Йо-йо-йо, два левела практически осталось, чуть больше. И в этом месте мобы 51 уровня, я здесь 57 и буду качаться после 58 скорее всего. Потому что здесь дикий кач и очень удобный. Это локация Dragonfall. Здесь также есть повторяшки, квесты, которые можно повторить, получить дополнительный опыт в дальнейшем, но после определенного уровня опыт, ну и награды вообще за них перестают давать. Вот, то есть я получил достаточно много с них, но на самом деле очень мало, учитывая, как я здесь качаюсь. Осталось еще, ну там где-то два раза, два парика до 58-го. Потом посмотрим, как это будет. Если там будет где-то в 4%, то да легко вообще. За парик. Если будет мало, то процента 2, то я попробую, наверное, комбанчика. Может, они белые уже станут, и мне будет проще. Увидим. Здесь можно бегать вообще нон-стопом. Я вообще не понимаю, зачем отсюда уходить. И... наверное, те, кто шарит, они сюда пришли, старались здесь качаться как можно раньше. Ну, раньше 50-го на самом деле здесь нормально не покачаешься. То есть, как бы здесь выгодный кач, только... если ты убиваешь быстро мобов. Если ты их не убиваешь, то... я не думаю, что он здесь вообще выгоден. Потому что мобы здесь бьют больно, маги стреляют, фиг знает чё. Короче... фу-фу-фу-фу-фу, таким быть. Просто реально бегаешь, просто вот даже не агришь, даже не агришь. Это чит. Побольше вот таких мобов, которых даже не надо агрить. Кстати, надо будет посмотреть, может быть, выбью какую-нибудь 60-ю пушку, она получше вроде, чем моя по дамагу будет. Так, чем бы можно выучить? Точнее, не выучить, а апнуть. А, фига себе, там скиллов можно апнуть. Опять все. Снижает время перезарядки. Оп! Фига себе, что-то продал. Шикарно. Ну вот. Повышает силу. Нормально. Торговым брокером что-то продал. Можно фармить, реально продавать и заниматься этим. Так, тоже поставлю. Смотрим. У меня, ну, 580 тысяч. Это... это вообще ни о чем.
680 тысяч опыта. Посмотрим, сколько у меня будет в конце. Ну, в принципе, надо посмотреть по шкале, даже не по количеству. Потому что количество понятно там будет. А вот по шкале, если там 4-5%, то все. Элементарно. Ой, новая пушка, что ли? Да ладно. 60-я пушка падает. Лол. Так все проще намного. Двадцать штук всего надо собрать, лол. Так, ну, 3%. В принципе, это не так плохо. Сколок оружия Кираса. Караса. Часть реликвии Драгона. Здесь падают куски. Я просто сделаю эту пушку и пойду на кабанчиков. Пушка будет 59 уровня. Как раз я апну здесь левел. И пойду на кабанчик. Блин, босс, ты куда? Две сферки лежит, лол. Ну да, 3% где-то апается. Ну, в принципе, нормально. 3%, учитывая, что я оружие как только получу, то все будет проще. И мне нужно сейчас активировать свиток. На час. Если я успею докачать, а я успею докачать за час, то это вообще круто получается. Ого, успел выбежать из-за круга. Блин, в полете меня поймал. Три кусочка. Три кусочка и почти 10%. Ну да, это чуть-чуть меньше 10%. Так, посмотрим, сколько по шкале опыта это идет. Там шло, ну, допустим, я собирал там 3 миллиона опыта, да? Здесь было 500, и троих я убил. Блин, ну это чуть меньше 3 миллионов, но убивают я быстро. Без напрягов.
монеты. Так. 12% есть. 12%. Ну, там, конечно, на свинках будет быстро все, если они будут падать очень хорошо. Если они будут падать хорошо, будет на свинках просто докачать последний уровень. Задротство, это задротство. Убивать одних и тех же мобов, летать по двум каналам и убивать мобов и боссов вместе. Спасибо уж. Услужил. Так, а что с него не дропалось это, что ли? Сверху? Я же не ел вроде. Опа, с него не, может не дропаться она? Интересно. Устанавливайте бодрость. Или она дропалась на другом канале? О! Что было опасно. Не так меня долго били. А, и между прочим уже 20%. И я выбил только 3 куска. Это фигово. Ну, конечно, когда я апну 60-й, я напишу в мир, типа, Сорг. Маг 60-й ищет гильду. Ну так, для понта немножко. Хотя... Такое это. Я, если апну, возможно, это будет видно, и так.
Я куда-то убежал. Все? Он отагрился? Так, у меня полностью восстановилась бодрость. И еще осталось 4 раза то, что я только что сделал. То есть 25% я сделал, и осталось еще 75. Ой, блин. 3 раза только что то, что я сделал, то есть это 1/4 я сделал. Вот так. Ну, или если брать 20%, то, соответственно, 4 раза по 20%. Как-то между, да, то есть где-то процентов 23 получается. Ого, наручи. 297. 50 уровня. Лол. О, эти круче, чем мои в любом случае. Нафиг можно. И мы засейвим. Чуть-чуть еще осталось до 59-го, и пушка. Нужна пушка 59-я. Если она будет, то 60-й вообще быстро апнется. Просто на кабанчиках со сменой каналов апну моментально. Прости, что я тебя толкнул, моб. Так, типа, иди сюда. Где босс? Вот босс. Блин, они агрятся даже издалека, вот реально. Мобы здесь как босс. Сколько их, я их собираю, просто нереальное количество. Ну что, их там бафать, что ли? Ну, бафай, окей. Бафай, бафай. 30% вроде, да? Или еще нет, еще нет. 30. Чуть-чуть. Не хватает. До 30. Ух-ух-ух-ух. Чуть-чуть. Осталось до 60-го. И можно заслуженно отдыхать, или вот делать делики сначала, а потом заслуженно отдыхать. 89к крит был сейчас со скилла. О, что за там такое, доспех? О, что за доспех? Это лайтский, по-моему, да? Рыцарь, берсеркер. Ого, 54 и выше. Что-то здесь такие вещи стали падать, до этого их не было. Так, 49 минут осталось. Успели я вкачать за 49 минут 60 уровень или нет? Делаем ставки. Но в этом видео точно не успею. Я, конечно, быстро качаюсь, но не настолько.
Так, сейчас надеюсь, никто меня не ударит. Опаньки. Косточку кинули мне. 4 из 20. Давай, давай, я знаю, ты успеешь собрать. Ну, даже если не успею, я пойду на них, уже буду высокого левела и... смогу... смогу без штрафа бить. Ты издеваешься, да? Бить от моих магов, блин. Тронули моих магов. Главное, убьем этого, пусть он сейчас респится, 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 неважно. Просто тут приходить тоже убивать, хотя неприятная ситуация. Да ладно. Ну и где эта штука? Он опять ее не выбросил. Он гад. Так, ну ладно, попробуй на второй канал пойти. Блин, на втором тоже народ собирается. Давайте на третьем. Чё они там делают? Они боссы типа фармят? Нафиг это надо? Ладно, соберу отсюда пока. Может, я уже упустил босса, хотя вряд ли. Нафиг им только босс, вот, вот. Я этого не могу понять. Босса, конечно, ну там, бежа хорошая, да, дропает. Yeah.
А вот он босс. Чуть-чуть я не дождался. А, так точно, я же был на этом канале. Я же был на третьем канале, а не на первом. Хорош. Точить нечем будет, но... Так, мы сейчас быстренько боссика убиваем. А где сферка-то? Куда сферку дели? Так, сейчас надо босса позвать, и только после этого уже собирать. А вот он и босс. Иди сюда. Отлично, я тебя позвал. Миссия выполнена. Теперь можно смело собирать. Опа, из клипса сережечка голдовая. Вторая, но она хуже, чем моя. Серьезно, 50 урона, а здесь 55. 52 синяя. Окей. Ух. Только нон-стоп сидеть просто пипец. Сейчас, наверное, сделаю такую глобальную зарядочку, отжимания, там, подтягивания, потому что это просто дикость какая-то. Главное пальцы размять. И у меня просто онемели. Они уже в форму превратились, то есть у меня там указательные пальцы длинные, поэтому... Девятый уровень, чуть-чуть осталось еще. И что они тут стоят? Они ждут этого третьего? Да, действительно, что это они ждали?
Хорош, хорош, три штуки сразу. Может, еще дадите одну? Мне нечем точить, но это вообще не важно на самом деле. Даже нулевая пушка, она будет очень крутая. Сейчас посмотрю, кстати, какая по атаке. Атака будет. Так. 4200. Это она в два раза больше, чем моя. В два раза больше по атаке, чем моя. Это не... Это не на 200. Это не на... Ну, это на 2000, окей. Это в два раза. О май гадабл. Эта пушка сделает историю. Так, чё ты стоишь-то? Застряла. Толстый лев. Фига они там разрывают. Процентов пройдено. Ну что, 50% уже пройдены, и следующие 50% будут в следующем видео. Вот так и такие дела. Посмотрите, возможно, я получу достижение. А может быть и не получу, может уже кто-то есть 60+, давно. Я в пролете. Вот такие дела. Ну ладно, в следующий раз уже.